Всем привет! Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением насчет отношения России и международных спортивных организаций. Россия – великая спортивная держава. Ее авторитет и место в мировом олимпийском движении не должны подвергаться сомнению. С уверенностью можно сказать, что и Международный олимпийский комитет придерживается схожей позиции и уже сейчас хочет поставить точку в истории санкциями и расследованием и наказать лишь тех, кто действительно был виновен в применении запрещенных препаратов. Никакой коллективной ответственности здесь быть не может. Разумеется, не все готовы разделить эту точку зрения, но мы надеемся, что в конечном итоге победит здравый смысл, а не предвзятые отношения, продиктованные внешними обстоятельствами. В данный момент необходимо продолжить непростую работу по налаживанию контактов с МОК и ВАДА, так как позиция российского антидопингового агентства по-прежнему не восстановлена. К сожалению, у нас достаточно много неприятностей, которые пытаются форсировать данную ситуацию, предъявляя различные невыполнимые условия. Кроме того, открытыми остаются вопросы подготовки и участия россиян в крупнейших соревнованиях, включая юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду в Токио. В связи с этим на главу комитета возложена огромная ответственность, с которой, я уверен, Станислав Позняков справится, сказал Жуков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем я желаю хорошего дня, до свидания.